Life is life. Продюсером группы Блонди, Нормос, Суисайд. То есть вот всех героев той тогдашней экспериментальной панк-сцены Нью-Йорка. Потом он переехал в Англию, где записал несколько пластинок электронной музыки, в том числе со своей супругой, ее зовут Cassell Webb, она тоже сегодня выступает, она певица. Вот. Но в основном он занимается, опять же, продюсерской работой, и он работает на Warner Brothers и занимается классической музыкой. Он продюсер огромного количества классических записей, от Джона Паваротти до авангардных композиторов. Он привез нам свою вещь, которую в свое время записал в 81 году. Это одна из пионерских работ в жанре минимум. Ему будет помогать на этом выступлении его супруга, певица Cassell Webb. И наши музыканты, струнная группа, наша питерская, которая оказалась настолько любезна, что отнеслась на наше воззвание помочь зарубежным артистам и сыграть часть его произведения. Вообще, как он говорит, в идеальном варианте было бы, если бы играла электроника и симфонический оркестр. Но сегодня вот только струнная группа. И эта струнная группа называется Quadmusic. Наши питерские ребята. Итак, давайте поприветствуем Крейг Леон, его произведение «Nommos».
I want.